Был Валера гондольером, стал теперь миллионером. Валера рад, жена довольна, и дети рады, им прикольно. Есть и на это, и на то. За все спасибо 100 лото. Всероссийские государственные лотереи. 100 лото. У нас выигрывают. Результат первого поединка, который газовики выиграли со счетом 9-1, не мог не отразиться на содержании игры. Если сибиряк, как и обещал наставник, вышел на площадку биться за свою честь, то футболисты клуба «Газпром Югра» старались подарить своим болельщикам праздник. Хозяева в начале первого тайма владели небольшим преимуществом. Чтобы сбить атакующий порыв, новосибирцы перешли на игру в большинстве. Первый розыгрыш завершился голом Данила Давыдова в пустые ворота. И только немного позже гости реализовали выход пятого полевого. 1-1. С таким счетом соперники ушли на перерыв. Они прилетели, чтобы играть и дать бой. Пытаются как избивать наши ритмы игры. И с этой игры 5-4 по минимуму рисковать. Но мы не в игре пока. У нас 25 минут, мы играли хорошо какие-то моменты, но потом потеряли вот эту нитку игры. И надо сейчас возвращаться и уже по-другому играть. Во втором тайме газпромовцы имели несколько голевых моментов, но не забили. А гости поразили ворота Звиада Купатадзе дважды. Сибиряк выиграл со счетом 3-1, но по сумме двух матчей обладателем Кубка России стал клуб «Газпром Югра». Финальный свисток, и «Газпром Югра» во второй раз становится обладателем Кубка России. Сразу после окончания матча прошла официальная церемония награждения победителей, которую провел почетный президент АМФР Семен Андреев. Самое приятное ощущение выиграть всегда приятно, тем более занимать первое место в каком-то соревновании. Самые положительные эмоции сейчас испытываю. Мы шли к кубку, завоевали его, сейчас чуть порадоваться, чуть болельщики порадуются, мы давно здесь не выступали. Выиграли Кубок России, и мы очень счастливы, что болельщикам подарили такую радость. Что мой город должен гордиться, что он чемпион России, клуб маленький. Город огромной России и такой клуб. У нас чемпион в таком маленьком городе, такой большая команда. Должны гордиться. Поздравляю всех югорчан. Кульминацией торжества стало вручение главного трофея – Кубка России по мини-футболу. Михаил Ушаков, Михаил Мурышев, телекомпания «Норд», Югорск. Специально для Ассоциации мини-футбола России.